Всем привет, с вами Волк Супер, и я начинаю снимать летсплей. Эта серия будет названа приветствие, как я начал снимать первый раз летсплей. Ну так что вот, если вы видите наверху www.bandicam.com, не обращайте внимания, это просто сайт, где я скачал, чтобы записывать видео. Ну так что, вот, я играю на сервере под названием randomcraft.ru. Если кто-то хочет поиграть на нем, я могу скинуть ссылку в описании. Ну так что, я могу показать, что тут за игры есть. Сейчас я это вам продемонстрирую. Так. И мы открываем часики. У нас тут есть мини-геймс, паркур, сплит, эвентс. Набор небольших режимов. Вот тут у меня не видно. Лазурит. Это Team Frost 2. Алмаз. Это Креатив. Изумруд. Это, по-моему, Castle Wars, если я не ошибаюсь. Там строю, разрушаю, захватываю флаги. Сундук. Это Hunger Games. Там нужно развиваться и потом убивать противников. Surreal Games. Тут нужно искать вещи в сундуках и убивать игроков и быть первым победителем. Земля. Это Skyblock, где ты на островке. И там можешь приглашать друзей, вместе с ними играть, ну и так далее. Сами все поймете. Whitelist. Это выживание. Доступно тем, кто отправил заявки, чтобы играть на нем. Ну, судя, я заходил с другого профиля, так что могут все заходить пока что, я так думаю. Версия игры 1.6.2. Кровать. Ну, это, как обычно, хаб. Назад в центр. Сейчас я вам покажу. Ну, так что, все. Вот. Если вы меня видите, что он там мерцает игроки, то я просто выключил, чтобы у меня сильно не лагало. Вот сейчас смотрите. Вот они. Вот. Вот, все. Ну и, впрочем, это все, что я хотел показать. Но если хотите посмотреть карту, вот она. Как вы видите. Ну это что? Ну, если вы только зашли, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.